я нахожусь в Коста-Рике. Я отъехал примерно на 80 километров от столицы Сан-Хосе. И сейчас иду по тропе среди тропического леса. Как вы можете это видеть, это очень красивый, сказочный тропический лес. Такой, наверное, можно найти только в Центральной Америке. Это настоящие джунгли. Вот. На самом деле я нахожусь сейчас на вершине вулкана Поас. Это очень большой и известный вулкан в Коста-Рике. 2 года назад я здесь уже был, пытался, так сказать, насладиться этим чудом природы. Но мне не удалось, потому что была жуткая погода, было очень облачно. И с трудом можно было видеть конец вытянутой руки. Поэтому, когда я сюда приехал, я, конечно, испытал чудовищное разочарование. Вот, потому что, ну, совершенно мы пришли на эту площадку смотровую, и абсолютно ничего не было видно, просто ноль. И, соответственно, не солоно хлебавши, мы уехали обратно, при том, что денег за вход с нас взяли по $15. Сегодня я решил дать второй шанс этому вулкану, потому что он действительно известный и красивый, и, как вы можете видеть в этом видео, я, в общем, удача мне улыбнулась, я увидел этот кратер, который просто невероятно огромен, прекрасен. Вот, и также поднялся на верхний уровень. Здесь второй кратер, который заполнен водой, который сейчас, в принципе, выглядит как озеро. Вот. Этот вулкан является национальным парком и заповедником. Он полностью покрыт вот таким вот густым, непроходимым тропическим лесом. Вот. В общем, испытываю дикое удовольствие от того, что все-таки я спустя 2 года это сделал. Друзья, этот знаменитый кратер вулкана. Я сделал здесь круг порядка, по-моему, 3 или 4 километров. Поднялся до верхнего озера. Как я уже сказал, здесь этот вулкан состоит из 2 кратеров. Вот этот вот основной большой. И наверху еще поменьше, который заполнен водой и который сейчас является высокогорным озером. Вот. Я сделал, прошел по тропе сквозь тропический лес. Это было очень интересно, очень круто. Собственно, значит, основная тропа приходит сюда, к этому кратеру, затем она поднимается вверх к озеру, и затем через джунгли она идет в обход и спускается снова к паркингу. Вот, это все занимает примерно час, может быть, с небольшим, в зависимости от скорости. Но это очень красиво, очень интересно. Вот, как вы видите, пошел небольшой дождь, набежала облачность такая. И вот 2 года назад не было видно даже конца вытянутой руки. Я был очень разочарован, а сейчас все видно, и я счастлив, что я дал этому второй шанс. Я нахожусь в городе Сан-Хосе, в столице Коста-Рики. Что сказать об этом городе? Город, конечно, на мой взгляд, он не имеет своего лица, в отличие от большинства городов мира, от столиц. Город большой. Здесь живут очень много, здесь, по-моему, порядка 1,5 миллионов населения, а то и 2 миллионов. Но при этом здесь нету какого-то единого архитектурного облика, натыкано как-то вот все вперемешку, то дворец, то какая-то халупа, то какой-то убогий дом, то какой-то современный дом, то старый. И все это как-то вот все в кучу. И, в общем, из-за этого, ну, такое впечатление, ну, какое-то, в общем, есть не то чтобы негативное впечатление, но... В общем, непонятно, что это за город и как здесь вообще люди живут. То есть достаточно хаотично все, движение достаточно хаотично, магазины, рынки, то есть, ну, напоминает чем-то смесь Африки, наверное, Азии и Северной Америки. Вот так бы я сказал. Вот. Люди при этом здесь живут достаточно симпатичные, костариканцы вообще очень позитивные и хорошие люди. Вот. Город достаточно опасен, здесь предупреждают все, обычно предупреждают всех туристов, что нельзя здесь поздно ночью гулять, особенно, скажем так, в определенных районах города. Вот.
Ну, я думаю, что это относится ко многим городам Центральной Америки и Южной Америки в целом. Здесь вокруг городов есть, вокруг города есть определенные районы, где, ну, которые можно назвать фавелами, трущевыми, и туда лучше вообще не соваться. Но в центре, где я сейчас нахожусь, довольно безопасно, и проблем, в принципе, никаких. Если пройтись по центральной улице Сан-Хосе, то эта улица напоминает рынок. Гигантский, огромный рынок. При том, что там есть и довольно цивильные магазины, и бутики, и все это, как я уже сказал, вперемешку. То есть цивильный магазин, бутик, дальше идет какой-то там, ну, просто совершенно убогая лавка, дальше какие-то торговцы торгуют непонятным барахлом, потом офис международного банка известного, потом какой-то отель, потом опять лавка, потом опять какой-то там непонятный магазин и так далее. В общем, ну, достаточно все на самом деле колоритно и прикольно. Поначалу, может быть, это и контрастирует с Европой, скажем, с Северной Америкой, где, ну, гораздо более цивилизованно люди живут. Но, в принципе, к этому привыкаешь, и в этом даже есть определенный шарм и колорит. Только что прошел полицейский участок. Здесь, кстати, в Сан-Хосе очень много полицейских участков, буквально, я не знаю, в каждом квартале. Через каждые, может быть, 200 метров. Наверное, потому что уровень преступности здесь высок, и с ней надо бороться. Вот. Но хотел я рассказать вот о чем. Прошел полицейский участок, он был необычный. На нем было огромными буквами написано «дактилоскопия», что означает, насколько я понимаю, опознание, в общем, убиенных. Опознание жертв преступления, жертв убийства и так далее. Вот. И что было очень интересно, то, что там стояла огромная очередь из живых людей в этот полицейский участок. Неужели это все родственники убитых или что это вообще такое? Вот. Ну, поскольку я по-испански не говорю, я не стал спрашивать, но вообще стало очень любопытно.